So, let's do some content for Mother Russia. Всем здорово, друзья. Сегодня мы будем делать фишки для вас с Антохой. Антоха, здорово. Hi, hi. В общем, что мы первое будем делать? Решила, ребят, не писать пока гайд, так как немного приболел, решил замутить для вас фишки. Смотрите, в общем, будем сегодня разбирать очень всякую дичь, касаемо механики 85-й карты, и будем ломать эту карту. Что, готовы? Поехали. Первое, что мы будем тестить, это если Акс ультанет в Лотус, то герой в Лотусе повторит те же самые действия. То есть мне интересно, как будет происходить механика с Лотусом, если, допустим, я буду в Лотусе, и ты, Cooling Blade, мне на лицо наденешь. Ну, вообще, по идее, такого не должно быть, потому что ты, чтобы твой герой совершил это действие, он должен быть как бы живым. А если я его казню, это совершится первее. Да, то есть идее... твой герой не должен меня казнить. Да, по идее, ну, так, но от Лотус таргетную, то есть Лотус делает у нас таргетное применение сразу же, мгновенно, то есть как бы тут хз. Тут хз как-то будет работать, так, давай я тебе еще хп немного сниму, все. Дай, тычкани меня разок. Все, хорош. Шо, я готов, прокачал кулинг на ласт. Да, так. я юзану Лотус и ты... Хорошо, кулинг. Я жду. Все, гоу. Да. Ну, то есть он полностью игнорирует. Полностью игнорирует эту всю тему. Прикольно. Да, так и должно было быть. Окей, давай еще раз. Так, что ж, давай, пробуем еще раз. То же самое действие. А ну, кинь на себя Лотус. Подними. То есть, по идее... Да, сетка мгновенно сбивается. Но это, в принципе, понятно. То есть, накладывается... То есть, и на меня сетка, но так как должен кто-то один держать, соответственно, ничего работать не будет. Чё, давай тогда я тебе немного сейчас лицо подровняю. Боже, как же ты регенишься. 6 хп регена, но это очень заметно. Так, хорошо. Ой, ты шо крутишь? Всё, давай, ультуй, короче, в лицо ему. Да. Ну, ГГ, короче, эту тему пофиксили, ой, пофиксили, почекали, что как бы, ну, ничего не будет происходить, ребятки. Вот так что вот берите на заметку, то есть если вы думаете, что это что-то поменяет вам, то... Щищ! Поехали далее. Смотри, какая тема? Я Лотус кидаю в спектру, ой, Лотус кидаю, кидаю каску в спектру, а ты просто на Аксе включаешь Лотус. То есть, по идее, отскочив от тебя, должно, Лотус, вообще, при каком условии Лотус работает, если направленная способность именно на тебя в Лотус идет? То есть, по идее, каска должна, отскакивая от спектры, залететь в тебя и сработать Лотус должен. Есть, она отскочит от спектры, то есть от того, на кого я наложу Лотус. Это сработает так, будто спектра кастанула каски в тебя, в Вич-доктора. Вот так это сработает. Думаешь? Да, я почти уверен. Так, смотри, короче, в общем, ребят, следующее, что мы тестим, будет у нас Акс стоять в Лотусе. Я закину в спектру каски, то есть отскочив каска от спектры в Акса с включенным Лотусом, по идее, должна возбудить Лотус, и каски должны полететь, соответственно, в нас, в Вич-доктора и в моего Акса. То есть будет ли это так работать? Если честно, ну, я видел такую тему, но... Я хочу в этом как бы еще раз, так сказать, убедиться. Что, готов, Антох? Да. Да, давай попробуем. Так, включай Лотуса, я кидаю в спектру. Не отскакивает, смотри. Лол. А теперь если в Акса закину, кидай сейчас Лотус на себя. КДшится. Давай. Ну, ре, если что там. Бахай. Блин, странно. Я, если честно, по-моему, это пофиксили-то. Так, ну тут каски вылетают, соответственно. То есть, именно условие должно быть направленное. То есть, направленное должно быть, да, направленная способность. Блин, если честно, я помню, я когда в ТБшке играл, у меня отскакивало. Может, в прошлых версиях это отскакивало так. А ну, еще раз, кинь на себя Лотуса. У каски это понятно отлетает. Печалька. Еще раз накинь. На себя. Не, не работаем. Ладненько, ну ничего, поехали тогда далее проверять. Ну, не получилось, не удалось, но каски все равно отлетают, и в Лотус это прикольно работает, как бы. Go, next. Беру свой Лотус, Акса надо будет тебе ультануть. Поехали. Разлетится ли ульт? Да, ульт полетел. Не, ну все равно прикольно выглядит. То есть получается, если... блин, так Фурион может лохануться, прикидываешь, но на лоу хп попробует закинуть. То есть и по всей карте уже ульт Акса
Ну, ульт Фуриона под Акса действия начинает уже летать. Да, он, если может, не себя убьет, то кого-нибудь из союзников может убьет. Прикольная механика. Go далее, затестим что-нибудь. И можешь... Так, минус. Готов. Клеар, вот так сделал. Go, кидай в Акса. Ультимативную. И полетели. Так, только главное никого не убить. Успел. Все, найс. Да, ну это, в принципе, так и логично. Ну, это будет работать, в принципе, это и так понятно, что это будет работать. Но прикольно тоже, механика, то есть, ну, Лотос оправданно себя делает, то есть, как бы, прикольно. Против многих героев прям суперконтроль является. Да, мало того, что он еще диспелит, так еще и возможность, возможность что-то откинуть от себя. Ну, это прикольно, поехали что-нибудь далее затестим. Теперь спектрой тебе нужно будет в Акс закинуть дагер, и от меня дагер, по идее, должен отскочить, и что, я тогда побыстрее побегу, то есть навеситься, вся вот эта тема, ну, чё? Естественно, это же твой дагер, который... Получается, да, и я, получается, через тексты смогу пройти. Да. Логично. Чё, поехали, закидывай. Прикольно. Так, подожди, ну-ка, дай-ка я в лес куда-нибудь забегу. Я не могу в лес зайти. А, все. Ну, я захожу, ну, короче, дрочусь. Действие этого даггера. А, давай еще раз попробуем. Так. Да, нужно, чтобы тебя никто не бил. Go. Так, вот, допустим, это мой. Ну, я реально, я захожу в текст, но меня как-то по непонятной механике начинает выталкивать обратно. Понял? Для достоверности можно проверить на этих, на хайграундах. Да, погнали. Готов? Да. Гоу, кидаю Лотоса. Поехали. Прикольно. Смотри, реально, то есть... Блин, а если тут... О, тут, кстати, механику, походу, поменяли. Работает теперь, не надо кликать перед собой, как дурачок. Я просто зашел, пошел. Боже, это, слушай, это реально классно. Я кайфую с этого. То есть, представляешь, насколько это может помочь в уходе от спектры? Мало того, что вы равноценно себе movement speed поднимаете, то есть, обычно же спектра, как бы, она ускоряется, а тут, получается, вы... Блин, а как оно будет накладываться? Вот мне интересно, замедление на тебя от моего спектрала и от, на, от твоего на меня. Вот, вот это реально интересная тема. То есть, по идее... Ну, получается, если мы будем стоять друг у друга на дорожках, то мы будем получать как и баф, как и, так и дебаф одновременно. Да. Если баф и дебаф дают одновременную прибавку и отнятие скорости передвижения, то в итоге у нас она не повысится, не снизится. То есть одна и та же, ну реально, так походу и будет. Ну что ж, это прикольно. Го, попробуем сейчас затестить бруду, что у нас будет с брудой. Что ж, теперь мы попробуем с лоу-хэповой брудой закинуть первый спелл в лотус от бруды. И что будет, вылезут с нее пауки? Да, вылезут по-любому. Го, пробовать, кидаю. Паучки мои, прикидываешь, типа я их... Слышишь? Сейчас я их тут... Слушай, ну, с одной стороны прикольно, а с другой стороны как-то бредово. Бредово, а ну гоу еще раз. Тестим еще раз. Тест, бруда плюс первый спелл в лотос, поехала. Кстати, ты заметил, немного все же идет, вот как до меня долетает и от меня сразу. То есть, ну вот, лотос как должен работать, как ты и говоришь, чисто что... вот как было с Cooling Blade, что если я уже казнил, то типа не может быть совершено это действие. В ответ человек, да. Да, то есть... юнит не может взять этот спелл. Сначала должен прилететь в него полноценно. То есть только по ответить. По достижении цели и возможности ответа, тогда это все работает. Так, ну я паучков заспаунил, хорошо. Так, ну с брудой мы потестили. Гоу следующее тестить. Так, смотри, теперь что мы будем пробовать? Кратность ЛВЛа Дума в Лотус. Как это будет работать? То есть, ну... Смотри, Аркадий, тебе надо что проверить? Да, вот тебе нужно один Дум, чтобы был не полного левела, то есть, чтобы у него Дум, точнее ЛВЛ, не давал дополнительный урон. То есть, сейчас, допустим, на последнем уровне она кратно 3, у тебя 10 левел. По идее, да. Дополнительный урон быть сработать не должен. Но, так как у моего основного Дума левел 25-й, по идее, якобы должно сработать. Ну, и типа вот да. Нужно проверить, что от чего зависит это срабатывание, от кратности того, ну, короче, от кратности какого дума это должно быть зависеть. Ну типа да.
То есть, по идее, ты... Ну, смотри, кратность... Слушай, а получается, я тебе отвечаю кратностью, а ты мне не кратностью ставишь. Получается, да. Такая механика. Слушай, давай попробуем. Тогда прокачивай ЛВЛ ДС. Я кидаю на себя лотуса, ты даешь ЛВЛ. Да. Получается, в меня ты даешь без кратности, а я тебе отвечаю кратностью, потому что твой левел совпадает с кратностью уровня прокачки. Считай, это как произошло. Твой дум взял и закинул в меня просто свой ЛВЛ ДЭС. Да, да. Слушай, ну давай еще раз, это прикольно. То есть получается, на меня эффект не срабатывает, так как мой левел не соответствует уровню прокачки ЛВЛ ДЭСа Дума противоположной команды. Ну, это прикольная тема. Так, минус тайм 6. А теперь, ну, соответственно, будет работать. Кидай. Подожди, L1. Тебе 12 нужен. Да, 12, я что-то тупанул. Гоу. Минус ре. Да, теперь все работает. Ну, то есть, да, это прикольная механика. То есть, соответственно, если... Получается, даже если Феникс... То есть, подожди, Феникс. Я Фениксу даю этот айтем. Кратность. Подожди, сейчас будет кратность. А, нет, или подожди. А ну, закинь, я сейчас на час немного не догоняю. Ну смотри, Феникс как будто бы взял и кастанул в этого дума. Да, ЛВЛ ДС. То есть, соответственно, зависит от твоего уровня. Да, да, да. То есть, считай, получается. Как будто у него эта обилка просто появилась вот в инвентаре, и он взял ее автоматически на меня кастанул. И вот у меня ЛВЛ делится, поэтому и дополнительный дамаж. Поэтому у тебя дополнительный дамаж. Слушайте, ну реально прикольная механика. То есть, дума так можно, в принципе, так подловить, можно сказать. Ну, а теперь, соответственно, самое то, что вы у меня просили, ребят, самое легкое, это, типа, закинуть аганим. Как аганим? Дум просто закинуть в лотуса, и что будет происходить. Забахни в меня этот дум в лотус. Готов? Да. Поехали. Ну, типа, это и так понятно, что лотус также сработает, что дум и накинется, соответственно, и на самого дума. Ну, блин, тут гадалки не ходи. Давайте next что-нибудь тестить. Так, что мы будем проверять следующее? Что будет у нас происходить, если я некром, допустим, в лоу хп, в лотус ультану? По идее, блин, вот сразу должен же наложиться эффект ультимейта. То есть, и как, мы оба отправимся в таверну или нет? Давай пора. Нет, не должно быть. Не доложит? Думаешь, не должно? А, в стане, да, по идее, в стане же не должно примениться, правильно? Нет, некор в ответ получит этот ультимейт, но сколько его продамажит, зависит не от хп инвокера, на которого накидывает. От его хп, от хп от некро. Да, это и так понятно. Продамажь меня тоже. Можешь санстрайк под ногу кастануть, там второй левел, я не знаю. Чтобы так чисто хп были. Все, хорош. Так, смотри, кидай лотуса. Поехали. Ой, мне тоже. Прикольно, контрит, в принципе, да, получается? Слушай, а сдохнем мы оба, если, по идее, будем на лоу хп? Да. По идее, да. То есть тут работает немного иначе, чем с ультом Акса. То есть в ульте Акса, Акс уже чела, которого добил, он уже... Настя заресторил хп. Он уже не может уже ответить. А тут, получается, при ультимейте Некро, то есть тут цель может ответить. Сейчас мы попробуем эту приколюху. То есть оба в таверну просто отправим. Сейчас я поставлю себе тут глазок. Вот, например, вот этот глазок. Все, хорошо. Гоу. Так, кидай себе лотуса. И оба. Чисто оба отправляются в похороночку. Но это реально прикольно. То есть, в отличие от работы ульты Акса, тут работает немного по-другому, потому что еще вот это время стана, то есть по факту персонаж еще живой, ну как бы все равно накидывается. А почему тогда во время стана дума, тогда, когда мы Omnislash накидывали, это не работало, это, конечно, немного непонятно. То есть понимаешь, Антон, к чему я? Ну, по идее, я не знаю, почему этот дум не сработал, но это должно работать, Аркадий. Даже если дум встанет, он должен ответить ультом. Да, лотуса. Видишь, ну сейчас, получается, ответил персонаж другому персонажу, а тогда, когда Omnislash под стан в лотус, тогда не работал. То есть давай сейчас здесь проверим еще разок, потому что я
Мне кажется, что это должно сработать, вне зависимости от того, в каком он был там, в контроле или еще что-то. Под станом, то есть ты хочешь проверить сейчас под станом Omni Slash в Lotus Orb, правильно? Да. Просто не для записи, для себя. Ну давай для записи уже, пофиг, проверь. Давай. Смотри, когда ты повесишь на себя Lotus, я закину в тебя стан Свена, и после этого сразу же ульт Джиггернаута. И посмотрим, сможет ли Рубик ответить. Давай ВД попробуем. Готов? Да. Так, ну кидаю себе Лотуса. Не, видишь, не триггерится. Не триггерится на ультимейт. И, соответственно, ну как бы нет. А стан Свена изи отражает, как бы все работает. Че, еще раз попробуем? Давай. Go. Нет, видишь? Как бы он типа не может применить это действие в стане. А почему тогда Некролайт, Некролайт может применить? Вот интересно. Это интересно, ведь ты находишься в стане по факту. Интересно. Интересная механика, вот, конечно, может это не наработка. У меня одно только предположение, что перед тем, как сначала, потому что ульт Некро состоит из нескольких частей, и вторая часть это длительность стана, 1.5 секунды, третья нанесение урона. Но до этих стадий еще есть микро-маленькая стадия, в которой ничего не происходит. И вот в этом промежутке, вот этой маленькой стадии, чувак под лотусом успевает накинуть ответный лотус. То есть логично. Есть маленькая задержка просто. Просто задержка маленькая. Да. Ну-ка кинь на себя лотуса. Но оно мгновенно, смотри, происходит это действие. Мгновенно, просто, посмотри. Вот. Кастуй. Лотуса. Мгновенно, одинаково по скорости накидывается. Ну, вообще, да. Значит... А, нет. Ну, у меня, если честно, предположений нету, почему на Некро это работает. Но может это тупо потому, что это механика, типа, направленная способность. Ну, посмотри, это должно быть по-любому. Это должно срабатывать на любые скиллы, которые даже там наносят, которые сайленсят, оглушают вообще. Все равно, чувак под лотосом отразит его, так и должно работать. Но просто ульт Джиггернаута это как-то маленькое исключение. Потому что он немного особенный. Ну, я так думаю, да. Может, это либо недоработка, либо это сам фикс какой-то. Скорее, особенность. Особенность. Просто особенность. Да, ну именно окей. Ну, вот будем знать. То есть, потому что, ну, это очень довольно-таки интересно работает. Что ж, поехали что-нибудь next там прикольненькое затестим. И... Go. Так. Смотри. Далее, что мы будем тестить. Я беру Lotus Orb. Лотус минус минус итем лотус, и ты в меня кастуешь ультимативную, соответственно. Готов? Да, поехали. Слушай, прикольно работает, да, эта механика. А ближний бой как будет на это реагировать? Ой, я чуть тебя не затычковал. Минус ре, напиши ре. Поехали дальше. Кто кого заплюет. Все, у меня кончилось действие. У меня нет. Слушай, а почему у меня быстрее закончилось? Или ты перебафал? Да, я перебафал. Я понял. Так, смотри. Так, возвращаемся. Теперь, что мы будем пробовать делать? Будет ли это также работать на ближний бой? То есть, соответственно, будет ли ближний бой так, ну, триггерить жестко на ульт, так сказать. Слушай, я хочу, знаешь кого? Я хочу попробовать мартретку с этой темой. Go пробовать. Хорошо. Go, кидай. Да, кидается. Нифига. Прикольно. То есть, получается, может сама себя заруинить минус ре. Напиши. То есть я максимально так спид развиваю. Прикольно. Ну, это прикольная механика, реально. То есть, получается, может... Ну, естественно, переключившись на другую цель, я теряю эту возможность. Так как это условие именно виндрана. Ультимейта виндранерки. Ой, опять. Слушай, а что, ну так и работает? Или ты перебафал? Для себя-то. Так, подожди, просто у меня сейчас было. Я, по идее, оно же... подожди.
Если я не ошибаюсь, ульт Виндры должен работать так. При изменении цели прекращается действие вот это. И, или оно на тебе, так оно на тебе висит, как, знаешь, как крест кунки. Да-да-да, это как дебаф, только его просто не видно в статусе. То есть я вот смотри, я на тебя накинул вот этот ульт, я тебя бью под скоростью так, и переключаюсь там, кто там у тебя есть, он на Акса, ага. Не получаю. Нету, и соответственно, обратно, и у меня та же самая работа также идет. Да. Да, все, значит, я тогда запамятовал, играю 13 лет в доту, ни хрена не знаю. Но, когда изучаем вот эти, смотрим фишки, соответственно, что-то вот реально узнаем новенькое. Так, ребят, ну вот такая вот механика, все просили узнать, что будет, если в Лотус... Виндранка, а ну шекель кастани. Ну-ка. На тебе. Хорошо работает. Все, поехали далее тестить. Так, далее, ребят, вопрос у нас стоит так. Решили мы с Антохой затестить, что у нас будет, если лотус я кастану, и дуэль, соответственно, будет также нажата в меня во время прожатого лотуса. Что у нас будет происходить? Гоу, поехали. Ультуешь? Угу. Давай. Ну, в принципе... Подожди, или двойной эффект? Нет, одинарный эффект. А ну, а сейчас просто без лотуса ультани. Слушай, тебе не кажется, что эффект двойной такой вот этой вот дуэлечки? Мы это легко можем проверить, знаешь как? Как? Соберись просто мортой в дамаг так, чтобы она выиграла... Дуэли получила больше дэмэджа, типа, да? Смотри, да, она... кто-то должен выиграть в дуэли. Дуэль, если в этот момент происходят две дуэли, то победивший получит двойной дэмэдж. Да. А, то есть, ну давай, а почему нет? Минус итем Дивини. Угу. Так, смотри. И вот смотри, у тебя дамаг плюс 340. Если дуэль будет только одна, то плюс 18. У тебя должно быть плюс 358. Угу. Если она выиграет две дуэли, то плюс 372. Окей, гоу тогда попробуем. Подожди, давай я тебе вот так вот очко немного подровняю. Все, да хорошо. Ты в любом случае за дуэль снесешь. Поехали. Да. 376. Да, две дуэли. Две дуэли получается. Слушай, это классно. Вот это годно. Это реально годно. Две дуэли получается. И дэмэдж этот сохранится на всю жизнь. То есть... Смотри, 18 плюс 18, 36. Плюс 36 урона у меня. Получается, две дуэли в Lotus Orb. То есть, если... Слушай, а если я проиграю, то Легион получит в два раза больше. Да, значит, может, только заруинила себе. Слушай, это такая получается, знаешь, типа, все или ничего, типа, да? Как раньше персонаж этот был, как моделька Рубика сейчас. Он этот, монетчик вот этот. Понял? У него ультимативное было все или ничего. Там, короче, рандомно, короче, количество денег. Короче, если деньги, которые есть у персонажа, они превышают то, что ты там, допустим, как бы указал, то, короче, его шотит сразу. Если нет, то у тебя все деньги забираются. Все или ничего такая, знаешь, была тема. И тут то же самое получается. Получается, ребят, что у нас, какой вывод? Если мы стоим под лотусом, и в нас прилетает дуэлька Легиона, то тема такая... Слушай, подожди, а получается у нас... Получается реально кто-то может специально и руинить так. Получается у нас две дуэльки будет, то есть на лоу хп накидывается... То есть энеми пытается убежать, у него лоу хп, и он кидает на себя лотус, чтобы выжить. И он себе просто так заруинит, минус два. Ну, допустим, у врага есть Легион Командера, и... Он собирается убить какого-то вашего союзника, вот ту же Морту. И также у этой Морты есть союзник с Лотус-Орбом. Этот союзник с Лотус-Орбом кидает этот Орб на Морту. И в итоге получается, что он дал Легиону еще дополнительные 18 урона. Да, но это круто. Это очень быстро позволит прорапать Легиону, так сказать, дэмэдж. И, соответственно, забрать у энеми этот дэмэдж. Или он не забирает, подожди. Забирает. Он не забирает. Подожди, нет. А в каком-то патче не было, что забирал? Нет, не было такого. Понимаю. Ну, в общем, вот такая, ребят, тема, что лотус может, так сказать, увеличить ваш дэмэдж на Легионе за одну дуэльку. Поехали далее. Следующая тема будет такая. Что будет, если Венга даст стан Лотус Орб и сама нажмет Лотус Орб? Стан будет летать туда-сюда? Но мы так подумали, что нет, это не будет так работать, но все равно мы решили это протестить.
Антох, нажимай лотус, и я нажимаю лотус. Кидаю в тебя. Нет. То есть, соответственно, не счит... Подожди, ну, а по факту-то, вроде, если подумать логически, ты же тоже направлено, типа, как бы... Хотя, блин, ты же не направляешь. Сам персон... То есть, я как человек, я на тебя ничего не направляю. Да, это такая внутриигровая механика. Да. То есть, получается, нет. Ну, это мы, как бы, опровергаем. Так не работает. Минус итем. Сейчас, подожди. Блади Рипер. Блэйд Рипер? Блэйд оф де Рипер, это что такое? Ёп, смотри, что я кастанул себе. Что это такое? Что за Блэйд оф де Рипер? Ребята, админы, пожалуйста, что это такое? Это причем направленное на союзников и на enemy. Слышь, я на тебя кинул, ничего не происходит. И стоит еще 2000 рублей. Ладно, хрен с ним, минус итем. Смотри, в общем, какая тема. Я юзаю Blade Mail and Lotus Orb, и ты кидаешь меня догончик, капончик. Капончик, догончик. Поехали. И в тебя, по идее, дабл дэмэдж должен улететь, правильно? А, это да, это да. Поехали. Подожди. Сколько тебе снесло? 1200... Ну. А, да. У тебя догон пятого левела. Чистого, да. Чистый урон от догона пятого левела 600. 800 с учетом резиста 600. Да, 600. 1200 с учетом резиста. Ну, нормально. То есть, эта тема работает. То есть, если вы юзаете БМ, юзаете Lotus Orb, и если вас нажимаются кнопки, то, соответственно, дэмэдж идет чики-бомбони. А теперь, что будет, если вы это нажмете в карапас? Будет ли это трипл дэмэдж? Это уже от меня фишечка. Поехали. Итак, ребят, фишка уже от меня. Все мы знаем, что Blade Mail и Carapace у нас полностью сочетаются и наносится double damage. А будет ли triple damage? Если мы сделаем лотус на себя, сделаем у нас, нажмем Blade Mail и зажмем Carapace, соответственно, должен на по аксу прилететь triple damage с направленной способности. Именно если это будет даже лагуна Лины, это будет очень больно. Поехали. Так, смотри, Антох. Быстро все нажимаю, ты готов? Да. 1000. Что-то не сработало, подожди, или я карапас не нажал? Ты, наверное, я не знаю, нажал или нет. Так, подожди, сейчас, давай еще так... раз. По-моему, я прогулял. Дай готов? Мне какой-нибудь знак, когда ты нажмешь все 3 скилла, а то просто визуально это не очень видно. Так, раз, два, три. Да, я тогда не прожал. Вот. Трипл дэмэдж идет, я тогда не прожал. У нас идет трипл дэмэдж с нажатия карапаса, с нажатия лотуса и с нажатия блейдмейла. Почти, то есть, ты представляешь, насколько это круто, то есть это такая защита получается, что если это будет Элина с лагуной на чистый дэмэдж, божечки. Да, да, она, если она с аганимом, она себе внесет на... Ну, 1900 плюс 950, 2850 чистого урона. Слушай, давай попробуем. Смотри, следующее, что мы тестим. Лина с ультимейтом на... то есть, получается, ультимейт у нас улучшенный с аганима. Получит она трипл дэмэдж. Сколько ей чистого дэмэдж нанесет? Но не стоит забывать, что у Лины пофикшен ульт на 85-й карте. Соответственно, наносить будет чистого 850 дэмэджа. Не как на 83-й карте, ребятки. И чё, готов, Антоха? Да. Да, смотри, я дам тебе, дам тебе, так сказать, когда я готов, смотри. Раз, два, три, готов. Подожди, а почему я сдох? Сколько у тебя хп у жука? А, да, я, кстати, мог из-за этого сдохнуть. У тебя 850, по-моему, даже нет. Да, у меня 834. Гоу, пробовать еще раз. Ну смотри, это, вот, это было видно, что все три ульта отразились, потому что три ульта в совокупности дают сколько? 850? 2550 урона чистого. И вот 3600 минус 2550, это примерно 1100 хп должно остаться. Если останется примерно 1100, значит пришло в обратку три ультимейта. Давай попробуем еще раз. Лотус БМ, Карапас. Так. Ну 1300. Я немножко просчитался, но да, это было 3. Прилетает 3 ульты тебе. Выкинь одну тараску. Хватит у тебя, подожди.
850, 1600 и 2400 где-то должно, да, быть. 1700, 1700. А ну еще раз, go. 2550. Да, ага. И видишь, и выбьешь в конце от лотуса отлетает ультимейт, да, уже крайний дэмэдж это от лотуса ультимейт отлетает. То есть да. БМ, БМ и Карапас наносят мгновенный, а лотус уже немного чуть позднее. Да, прикольно, механик, то есть получился трипл дэмэдж от Неруба, ребят, мы получаем чисто фишка от меня, я решил затестить эту тему, и, соответственно, да, это профитно, это работает против таргетных способностей, даже если когда-то там чего-то, какой-нибудь Леончик у нас ошибется, соответственно... или Линочка, то можно вот так вот преподнести небольшой сюрпризик. Поехали далее. Тем не менее, эта способность должна быть направляемой. То есть у нее даже индикатор горит не как АУЕшный, а как прицел в перекрестье. Да, 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 я понимаю. Да, но все же интересно, что будет, если Тини, допустим, тоснет. Ну-ка, попробуй. Не тосает? Cannot toss your own units. Не может забросить моих... А, ну, на своих, да, попробуй вот на моего, хорошо, подожди. Поехали. Так, ну так может. А теперь попробуй, знаешь, когда прокаст типа даешь нажать, то есть получается прям четко на меня, чтобы я на месте был. Я сделаю. А, нет, не работает. А, вот так отражает. Вот так вот работает, да, 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 да. Ну-ка еще раз тосни себя просто. Получается, я приземлюсь, и ты полетел. Блин, а я жаль, что я не могу выбрать, куда тебе лететь. Слушай. Смотри, еще кое-что проверю. Сейчас дагер себе сделаю. Минус темп. А если ты отпрыгнешь, да? Где ты? Да, да. Где ты заточишься и куда ты заточишься? Ты на это место же прилетишь? Ну-ка, поехали. Ага, я должен быть рядом. Но Wailed Unit to Toss у меня вылетает. Понял это? Да, смотри, твой персонаж пытается кастануть этот тос. Да, 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 да. То есть получается, в теории я могу и венгу затосить свою. А ну-ка, пробуй меня тосни. И отблинкуйся. Да, да. И в тебя почему-то летит, понял? Да, вот почему, кстати, на меня направляется. А, ну, в принципе. Хотя, ты же применил. Получается, на тебя и на тебя и вылетает. Слушай, прикольная механика. Ну-ка, го еще раз. И венга полетела и такая, на тебе. Понял? Ну, слушай, если честно, немного и непонятно, и в то же время... Вот чем эта фишка может пригодиться вообще в доте? Да ничем нахрен она нужна, да? Ну, в принципе, это может... Это редкий случай, но может, когда у Тини есть лотар, и как он делает свои прокасты, он подходит с лотара, ваншотит кого-нибудь и упрыгивает, чтобы его не убили в ответ, не наказали. Ну, типа, если да. Чувствуешь, если союзник чувствует, что на кого-то из союзников его сейчас Тини даст прокаст, попытается уйти с дайгера, он кидает на него лотус и летит за ним туда, в то место, куда Тини отпрыгнул. Слушай, ну это прикольно. Го еще раз. Ну реально прикольная тема, если честно. Получается и то же самое наоборот будет. Если, допустим, венгу ты тосаешь, то же самое и венга летит. То есть, ну, Неруб полетел за тобой. Слушай, а я в туман войны улечу так? По идее... Я думаю, нет, потому что твой, так как твой персонаж пытается кастануть, да, закинуть. Если он никого не увидит, ему никуда будет. Знаешь, летать. Куда? Туда, вот туда вниз попробуй блинкаутнуться. То есть да. Я там не вижу, соответственно. На нижнюю линию. Так, давай, поехали. Я тебя вижу. Ты видел меня? Да. Маленький-маленький вижен такой дается, и, соответственно, из-за тобой персонаж летит. Че, еще раз нарубчика пробуй. Давай. Смотри, поехала. Там тебя видно, Антох. Там дофига этих. Давай отойдем поближе к тому месту, куда можно закинуть, чтобы не было видно. А то я не долетаю просто. Давай вот сюда. Я тебя там не буду видеть за деревьями. Давай. Так, виндранку уберешь? Хорош. Так, меня тут спам окружает. Так, чё, готов? Да. Немного отведу. Поехала. Да! Не, вообще пофиг! Вообще пофиг на Vision. Я просто, получается, это получается стопроцентный тос в небытие куда-то. Хм. Это, слушай, ну это непонятная механика. С какого фига вообще, по идее, так, ну, применяется так?
А ну-ка, давай еще раз. Ну вот, я вот, знаешь, где тебя не вижу? Пошли, я тебе покажу. Где я тебя вообще, ну, никак не могу видеть. Вот здесь вот, смотри. Я тебя вообще здесь, ну, никак не могу видеть. Попробуй. Ну, я сюда и прыгну, окей. Смотри. А, так, ну ладно. А, на рубчику. Давай вот наоборот, поменяй их местами, чтобы тебе было комфортабельнее. Вот так вот. Поехали. Да! Появляется Vision, и я за тобой 100% отправляю какого-то засланца. Серьезно. Mm-hmm. Это непонятная механика, но это прикольно. Это прикольно. Что ж, ну... Слышь, а есть ли какие-нибудь еще какой-нибудь способ еще придумать, чтобы во время этого полета Тини мог не просто на расстояние даггера отпрыгнуть, а намного дальше? Хм. Допустим, его еще дополнительно Пудж вытянет. Или а если блинкаут, подожди, какой-нибудь от рифта Питлорда? Да. Полетит ли этот юнит под колонию? Так, ну давай, это глобальный тест, попробуем сейчас. Так, следующее, что мы пытаемся затестить с Антохой, это то, что будет у нас происходить. Полетит ли у нас персонаж на базу, если как уж, ну, как уж повелось, так сказать, такая у нас механика, что персонаж летит даже не видя в какой-то области героя, куда он тоснулся. То есть, соответственно, полетит ли он на базу. Давай попробуем. Так, ну что, готов? Я готов. Кидаю на рубу лотуса, пробуем тест первый. Боже, просто что это такое? Это называется, как засуицидить своего тиммейта, да? Типа того. Но ради таких моментов стоит получить репорт. Слушай, давай еще разок. Так, что ж, ребят. Тест номер 2. Отправляем в космос. Венгу отправили. Отправляем в космос Мартретку. Готовы? Поехали. Слушай, я сейчас попробую быстренько затриггериться на Мартретке и от ее лица попробую нажать иконку, и чтобы от ее лица видеть, насколько это быстро все происходит. Ребят, тест номер 3. Сейчас будем смотреть от лица Акса, насколько это все упорото. Так, Антоха, так, подвожу к тебе на рубчика, готов? Да. Поехали. У меня даже экран не переводится. То есть настолько быстро он летит туда на базу, просто, ну, я не знаю, подожди, как это? Это, то есть, получается, 100% Лотус вообще все игнорирует, и даже Вижн игнорирует. Настолько сильно Лотус хочет сработать на Тине, что даже игнорирует вот эти Вижны. То есть он летит просто персонаж на базу. И Вижн, и дистанцию, вообще пофиг. Он все игнорирует, вообще пофиг ему. Прикольная тема, я не знаю, вот эти тесты, это честно, это ржака. Ребят, ну вот такой вот тестик у нас. Так, что мы далее будем тестить? Сейчас мы немного помозгуем и поехали далее. Так, решили тест номер 4 сделать. Под неуязвимостью сможет ли персонаж улететь, так сказать, под колодец. Антох, нажимаю, соответственно, лотуса и ухожу в Юл Вичдоктором. Да. Пробуем, поехали. Нет. Нет, no world you need to toss. То есть нету этого персонажа. То есть рядом нету персонажа, который бы мог Неруп у нас затосить в ответку. Вот что мне приходит. То же самое я ж могу также и твоего тиммейта. То есть неважно, я могу любого персонажа, любого крипа. Блин, жалко Рошан не затосать. Представляешь, насколько бы сильно поломало эту механику? Рошана отправить на колодец энеми. А он вообще поднимаемый для Тини? Поднимаемый с торрента. Я знаю, что Рошан поднимается с торрента. Пойдем посмотрим. А ну-ка. Рошан поднимается с торрента, я точно знаю. Но по идее не будет написано Well to toss. Да. Древо неподходящая цель. А если ты немного подрастешь? Это ничего не изменит. А все равно. Типа я тебе сейчас как затосию. Нет, жалко. Представь, что можно было Рошана выкинуть отсюда. Это вообще дисбаланс был бы. То есть, прикидываешь, это можно было бы изи обузить. Да, это бы сломало доту.
Так, ну что ж, вот такой вот небольшой тестик. Попробовали неуязвимого отправить, так сказать, на колодец. И, соответственно, такой вот у нас немного неуспешный тест, но не менее интересный. Ребят, поехали далее. Так, смотри. Следующее, что мы попытаемся затестить, это вот человек написал: сделай на думе аганим и в лотус пусть морф репликейт даст в думе с аганимом. И тогда будут скиллы на репликейте. Может, он имел в виду гибрид? На союзный гибрид, может, он имел в виду, а не репликейт? Да, я думаю. Он, может быть, он имел в виду аганим морфу, чтобы у него вообще была эта способность. Да, то есть гибрид, да, гибрид, но гибрид кастуется на союзных персонажей. На enemy он не создается. То есть, соответственно, давай попробуем. Кастуй лотуса на себя. Даю я тебе. Нет, нету у меня. Нету у меня обилок. То есть, ну, я не знаю, к чему он это написал. Да, блин, почему он вообще это взял? То есть, да, с чего это вообще? У репликейта нет способности, только у гибрида. Да. То есть, ну, а гибрид, соответственно, на enemy мы применить не можем, ребят. Не знаю. Ну вот, бро, доработай вопрос, если что, мы потом это потестим. Поехали далее. Итак, ребят, следующая тема, которую мы проверяем, это тема заезженная, вот эта с ультом аппарата. На 85-й карте сделали так, что ульт аппарата теперь ничто абсолютно не способно развеять. То есть, все мы знаем, что у Хускара ультимейт немного применяет развеяние на самого персонажа, то есть снимаются колбы, там станы и прочая хрень. Но сможет ли развеяться ульт аппарата, если Хускар ультанет в кого-либо? Понял, Антох, суть? Я понял, но это полный бред, конечно же нет. Думаешь? Я уверен в этом. Поставь кого-нибудь близко, чтобы я смог в него ультануть. Вот тебе Чена. Наживка. Чен наживка. Хорошо, закидывай ультимативную. Не, не снимается. Не снимается все же. То есть, получается, вообще ульт аппарата не способен никто снять, получается. БКБ не снимает, Диффуз не снимает, Манта не снимает, Юл не снимает, ульт Хускара не снимает. Не, абсолютно ничего. Ульт Оракла ничего не спасет от дебафа. Не спасает. Ульт Оракла, говоришь, не спасет? Да. Ну, ты... сам дебаф на нем ну, таки останется. Ну, он останется, да, но не сможет убить, да? Да, убить не сможет. А ХП если... То есть, ХП будут стоять на месте. Допустим, если это будет лоу-хэповый дазл также, да? То есть, да, ну, если, да, если ульта аппарата все еще на нем висит, то она не убьет его. Даже под. Ну, не убьет, но дебаф будет висеть. И после истечения этого ульта, да, зла, тьфу, грейва, она убьет его просто спустя 5 секунд. Давай сейчас это посмотрим. Так, ребят, пробуем. Не умирает под грейвом, да. А если я буду постоянно. А. Жесть, я не успел. Да даже все равно, я минус ре пишу, даже видел, ре игнорируется. ХП подскочили и... Даже команды доты игнорируют. Даже команды доты ультимейт аппарата игнорируют. Так что, ребят, держите в курсе. Да, вы спрашиваете про ульту Хускара, если он даже разработчиков игнорирует. И знаешь такое, сейчас должны очки на аппарата такие упасть, и сигаретка, типа хуглифе, там вот это все чуглифе. Типа, знаешь, что он настолько ульт аппарата крут, что даже игнорирует самих разработчиков. Так, ну что, поехали далее. Так, ребят, следующее, что мы будем тестировать, это что будет, если в лотус мы будем, так сказать, лайфдрейниться. Что у нас будет вообще происходить? Поехали. Смотри, кидаю лотуса, и у меня персонаж начинает дизейблиться почему-то, то есть очень странно начинает работать механика на лотосе, то есть получается у меня персонаж, ну мы это если честно уже тестили, правда я не записывал, ребят, смотрите как это работает на пугне, который кастует у нас life drain в сторону Неруба с лотосом, да вообще без разницы, в любого персонажа будет, кидаю лотоса на себя. ХП у меня уходит, то есть нету баланса, и как только кончается лотос, наступает тот самый баланс, когда хитпоинты переливаются с пугны ко мне и от меня, так сказать, в пугну. То есть у нас идет взаимо такая вот эта, ну, взаимоправильная работа лотуса. Но когда лотус работает, получается, нажимаю лотус, я не могу двигаться правильно. У меня персонаж постоянно триггерится на пугну, и то есть ничего не происходит. То есть меня просто... Просто не знаю, то есть непонятная работа лотуса тут. Сейчас еще раз покажем. Лотус меня просто руинит. Меня лотус руинит, но как только лотус заканчивается,
все начинает работать нормально. То есть я пользуюсь лайфдрейном, так как и должен пользоваться с лотусом. Короче, смотрите, какие минусы лотуса, когда юзает на нас лайфдрейн пугна в наш лотус. То есть мы нажимаем лотус, пугна у нас ультует, и мы не можем идти. Во-первых, нас это дизейблит. Плюс еще и мы хапаем дэмэдж, то есть когда лотус заканчивается, тогда все начинает работать, так сказать, в нашу сторону. Если мы стоим на месте, то, соответственно, мы начинаем высасывать хитпоинт с пугны. Но если мы находимся в лотусе, то лотус считывает это так, как будто пугна постоянно на нас нажимает кнопку. Как будто он постоянно на нас нажимает кнопку и, соответственно, триггерит лайфдрейн, но и не дает нам из-за этого двигаться. То есть это очень как-то по-тупому работает. То есть это баг или фишка, это непонятно. То есть у нас персонаж, мало того, что он хапает дэмэдж, так еще и он дизейблится очень сильно, он не может никуда идти. То есть я не знаю, как тут по-другому еще объяснить. Давай еще раз, смотри, кидаю лотуса. То есть хп у нас не переливается. Как только лотус заканчивается, смотрите, хп застывает на месте, как и должно. Антоха, ну-ка двинься. Вот, теперь видите, как бы работает. Пока пугна не двинется, как бы у нас хп будут на месте. То есть, ну как, он забирает хп у меня, а я у него, хп на месте стоит. Но при работе лотуса это не работает в мою сторону. То есть, мало того, что меня это дизейблит, так еще и ультимейт не работает. Пугны от моей стороны из-за того, что как лотус должен отражать. Ну, как-то вот я не понимаю, как это работает. Короче, это можно объяснить так, что неруб отражает пугны только по истечении действия лотус орба. А так как неруб начал кастовать этот ульт позже пугны, пугны это действие ульта какое-то время закончится, а неруб только начал. Да, поэтому это чуть позже, если неруб перетерпит, то он начнет в ответ уже сам у него вытягивать хп пугны. Да, но это, если честно, вот, ну, смотрите, у меня просто неуправляемый персонаж. Он постоянно пытается триггериться и переливать хп, но у него не получается, потому что там считается, как будто таргет на вот так вот пугна нажимает. То есть это немного непонятно. То есть сейчас вот да, сейчас я начал тебя переливать, потому что у тебя действие закончится. Или ты нажал атаку. То есть, соответственно, да, тут это так и будет работать, в принципе. То есть, ну вот, а при включенном лотусе нет, это не работает. Я не понимаю, если честно, как это? То есть пока кто-то из нас не прервет действие или пока не закончится лотус, лотус, короче, работает во вред, если пугнал лайфдрейнит. То есть это такая фишка или баг, не знаю, ребят, смотрите сами, но покупая лотус, и если пугна будет сосать хп у вас, то, соответственно, вам будет очень плохо, ваш персонаж не будет вас слушаться, и, соответственно, вы не можете даже отойти, смотрите, просто постоянно срабатывает триггер. И потом мы просто можем только по окончании лотоса убежать. То есть, ребят, вот такая вот фишка. И поехали далее. Это немножко уже тут долго тестим. Соответственно, ехало далее. Так, смотри. Следующее, что мы проверяем. Сможет ли ультимейт нашего Абадона снять с нас ульт аппарат, так как это является одним из сильнейших развеяний также. Давай, пробуем. Не знаю, давай доведем до хп или так. Ну, гоу, окей. Нет, не снимает. А буду ли я хилиться? Бей меня. Нет, подожди. Еще разок. Не-не-не, стой, я сейчас умру. Вот, допустим, так. Так, подожди. Я сейчас докачаю ульту, чтобы она шла дольше. Подамажь меня. Ульт не сбрасывается, это мы уже поняли. Ульт не сбрасывается с ультом Абадона. То есть, даже ульт Абадона не в состоянии развеять. Теперь, что мы делаем? Закидываю ульт аппаратуса. Закидывай. Даже так не хилит. Бей. Не хилит. То есть вообще пофиг. Но я тут уже инста-мертвый просто. Я понял. То есть получается, мало того, что меня не хилит в ульте под ультом аппарата, так я еще и не сбрасываю ульт аппарата. То есть очень сильная контра. То есть вообще это очень сильно апнули они ульт аппарата на 85-й карте. Ребята, вот такая вот тема, запоминайте, реально запоминайте, потому что это реально грозно. Невозможно хилиться, то есть, если дэмэдж поступает на Абадона, и у Абадона включен ульт, невозможно. Ульт Абадона активируется, если у нас, допустим, мало хп, и ульт аппарата закидывается, если там хватает, там сколько, 11 или 12%, я уже точно не помню, на, так сказать, шот с ультимейта, то ульт
активируется у нас, но не сбрасывает ульт аппарата и не хилимся. Ну, дает нам, так сказать, немного подольше пожить и все. То есть, ну, такая фишка. И чтобы эти герои стояли рядом. Да так. Они триггерятся на твоего этого. Аж нажмешь, не будут, по идее, холд. Правильно? Да. Теперь, смотри. Ребят, следующая тема, которую вот написал вот данный человек, он типа говорит, что по механике должно вылететь, по идее, 5 колб. Я помню, по-моему, в D2 такая фигня была. Может, он это с D2 взял? О, опять этот петух кукарекает. Ладно, не суть. Смотри, Антох, подходи к ним поближе, юзаешь Lotus Orb, и я в тебя откидываю склянку. И по идее, то есть так как у меня спел массовый, сколько должно отлететь? Типа, кидай лотуса себе. Если в пятерых попадешь, то якобы 5, но на самом деле не должно. Не должно, да. Ну видишь, как бы одна отлетает. То есть, соответственно, ну, это так не работает. Это, по-моему, в D2 так работало. Гоу еще раз попробуем. Кидай себе лотуса. Я кину. Не, одна отлетает. То есть станет-то я троих, а вылетает одна. А если, допустим, два персонажа там в лотусе будут? То есть рядом два стоящих персонажа будут в лотусе. Это не имеет значения, ведь ты направляешь только на одного. Да, на одного, но вот просто хотя бы для теста. Вот, то есть сейчас, может как-то меха... Я тоже лотусы куплю. Сейчас, подожди, минус ИТМ. Подведи, юзай у Сала и у себя рядом с Аксом поставь их. Акса и Сала поставь рядом. Все, юзаем оба лотуса. Раз, два. Вот. 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 Уже интересней. Уже интересней. Вот, видишь, не зря как бы мы. То есть получается, если чудики стоят в лотусах, если все 5 будут в лотусах, то 5 станов меня и полетит. Правильно? Получается так. Давай попробуем. Я попробую. Я готов. Ну, пробуй просто, главное, в кучку их поставить, чтобы тебе было это. Чтобы стан залетел массово. Тебе там надо бы через тап или через что-то, как на мип. Так, ребят, в общем, пробуем первый тест закинуть как можно больше лотусов второй спел. Пробуй, прожимай. Поехал. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Блин, затриггерились, но ничего. Три. В меня 3 отлетело сейчас. Хорошо. Давай теперь, я не буду близко подходить, сразу нажимаю, я тогда только кину. Прожимай. Да, хорошо, сейчас пятик. Чё, готов? Нажимай. Прожимай. 2 отлетело почему-то. Ну, потому что они отошли. Так, ладно. Я отойду чуть-чуть подальше. Давай, пробуй, нажимай. Начал. Есть. Есть, закидываю. 3 отлетает. Блин, ну типа, АОЕшки не хватает немножко, да? Они просто расходятся. Да. Но так, да, реально работает. Если бы они стояли все вместе, то отлетело бы 5 стана. Блин, я понял. Ну это вроде как работает, но в то же время не работает. Знаешь, как можно? Ты можешь их просто застанить. А, нет. Короче, я когда накинут на них все 5 лотусов, ты подведешь какого-нибудь Магнуса и застанешь их ультом. Тогда они не разойдутся. Давай. И ты закинешь их. Давай попробуем. Поехали. Давай. Юзай. Так, я поехал. Есть. Кто-то так, знаешь, отлетело. Так, знаешь, сколько? 4-5 где-то станов полетел. Да, это прикольно. То есть это работает. То есть это реально... работать, то есть, ну, немного это не так работает, как хотелось бы, но, а как иначе, то есть, если кто-то заходит вот в эту АОЕшку, то, соответственно, все лотусы у нас и вылетают, обратно летят в химика, то есть, по такой, ну, подожди, а помнишь, Акаски-то в начале ролика не отлетали, видишь? Да, я опять же, я почти уверен был в том, что это не должно было сработать, потому что по механике игры это не должно сработать. Это тупо какие-то особенности первой доты, первого Варкрафта, которые не поддаются изменению именно Варкрафта. Да, ну вот как-то так, ребят, немного потестили. Гоу, следующий тест.
Ну, в общем, вот такие тесты у нас, ребят, сегодня вышли для вас. 97 минут тупо тестов, плюс еще сколько будет монтаж, я не знаю. Спасибо Антохе, что сегодня мне помог все протестить. Так что, ребят, приятного вам реально просмотра вот этих фишек. Надеюсь, вам что-то понравится, что-то новенькое да узнаете. И спасибо Антохе, и все. Давайте, ребят. Антоха, спасибо тебе. Да, не за что. Все, ребят, давайте.